Всем привет, приветики, канал Айка ТВ, с вами Павел. И мистер Кис. Ребята, мы начинаем играть в игру Among the Sleep. Это детский хоррор. Страшилка! Детская страшилка. У-ху! Про маленькую девочку. Итак, давайте приступим. Давайте, Павел, приступим. Вау. Привет, сладенькая. Ты уже допила? Ой. Ой, ой, осторожно. Она может разбиться. Это займет всего минутку, а мамочка только проверит, что с тортом все в порядке. У кого-то день рождения? Это что за мячик? Мячик, мячик. Мистер Кис, ну-ка. Давай осмотримся. Давай посмотрим. Так, так, прекрасно. Симулятор ребенка. Симулятор? Ой, посмотри на себя. Ты очаровательна в своей пижаме. Да я просто красавица. Happy birthday, с днем рождения, сладкая. Wow, 2 years today. Сегодня тебе 2 года. Oops. Oops. Кажется, я знаю малышку, которая хочет тортик. И это что такое? Какая-то трансформация. Трансформация сознания? Странство. Сознание? Ничего себе. Малышка-монстр? Ого. Ого-го. Милая. Смотри, что я нашла. Ничего себе. Что же это может быть? Пойдем наверх и посмотрим. А здесь нельзя посмотреть? Я так и не понял. Кто-то принес эту коробку? Или она нашла? Или мама правда нашла ее где-то? Ой, а сколько кусочков ты съела? Я пополнела немножко. Да, веселый. Такой симулятор малыша. Веселый день рождения у девочки. Малышки. А эта девочка, ей 2 годика. Ну, вы видели, да, сейчас мы праздновали день рождения. Да ужас, какой веселый день рождения. Это название студии разработчика. Это что за темное? Да-да, я вижу. Какой-то дым. Это что такое темнота? Это кошмарики. Ничего себе. Вот это да. Нас на второй этаж поднимают. Так. Да-да-да-да-да. Какие-то темные силы иду за мамой. Преследуют маму и малышку. Ой, какие-то коробки лежат. Смотри, а у мамы вот это... Ой, наша комната. Наши... Вот мы и пришли. Давай посмотрим, что внутри. Украшение. Мистер Кис, давай посмотрим. Давай-давай. Мам, открывай быстрее коробку. Ой. Это Мишка. Это Мишка. Да, Тедди. Так, сладенькая, будь паинькой, поиграй немного сама. А мамочка скоро вернется. Вот. Вот она поставила коробку. Так. Так, запомнили. Ой, куда нас... В манеж. Ой, куда нас положили? В манеж? Или в кроватку? Нет, манеж. Нет, это, наверное, все-таки манеж. Кроватка вон там стоит. Так, давайте осмотримся. Что-то интересного-то есть. Да. Кроме как решетки, кубик. Я ничего не вижу. Мы можем его взять. Ага. А нам он нужен? Понятненько. Давайте его подымем. Давай. Ну, да. Ой. Рисуночки. Картиночки. Ой, а это что за проход? Давай залезем ну, туда. Мячик отодвинься. Так. Уже хорошо. Мне это нравится. Неплохо. Надо бы отсюда как-нибудь вылезти. Павел, как ты думаешь?
Давайте вскарабкаемся. Давай. Это домик, что ли? Это домик. И прыгнем. Надеюсь, мы шею не сломаем. Нет, надеюсь. Отлично. Давайте возьмем... Мишку. Мишку. Мишку Тедди. Так, ящик. Нет, нам, наверное, вот этот надо и нижний ящик выдвинуть и вскарабкаться. Ты думаешь, мы так заберемся? Так, ого. Аккуратненько. Ой, коробка, коробка, иди сюда. Ой. Ой, а где, где Мишка-то? Тедди где? Ничего себе. Мишку куда дели? Да. Где мой Мишка? Вот только отвернешься, и медведи куда-то спрятали. Ага. Так, давайте походим по комнате, посмотрим, что у нас есть. Заодно поищем медведя. Так. Можешь еще наверх залезть, посмотреть? Ну, я думаю, что здесь ничего интересного нету. Здесь лежит одежда. Mm-hmm. Понятно. Ну, да, все-таки нет тут ничего. И я вижу. Ребята, жалко, ставьте жалко. Лайки и подписывайтесь на канал Айк ТВ. Делся наш любимый Мишка. Будьте Мишка в курсе Тедди. Новых серий Among the Sleep. Ой, а это что? А, понятно. Тут надо сидеть. Кубики. И это, наверное, мои видеоигры, видеокассеты. Точно, и точно. Что интересного есть в моей комнате? О, а это что за сундук? Ой. Хи-хи-хи-хи. Кто тут сидит? Ха-ха, тут сидит Мишка. Мишка. Эй, ты Мишка меня Тедди. Нашла? Иди сюда. Меня зовут Тедди. Приятно познакомиться. А как тебя зовут? А малышка, по-моему, не разговаривает. Все еще не разговорчивая, да? Да-да-да. Давай поиграем. Давайте давай поиграем. Поиграем, почему бы и нет. Давай, давай. Придумал, ты отвернешься, а я спрячу розового слона. Это типа пряток, что ли? Иди сюда. Очень интересная игра. Отвернись и закрой глаза. Мистер Кис, давай закроем глазки. Давай закроем глазки. Ручками. Павел, закрывай свои глазки. Оп. И мы закрыли. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. There. You can look now. Вот, можешь искать. Ой. А что я буду искать? Мне хоть и 2 года, но я же не такая глупенькая девочка. Точно, точно. А вот он, слоник-то. You found ты нашла it. Его. Да, мы нашли его. Мы молодцы, Павел. Вау. Ого, это музыкальная шкатулка. Does it work? А где она? Она работает? Ага. Давай посмотрим. Еще на одном столе где стоит. Где музыкальная шкатулка? Я даже еще тумбочка. Толком не разглядела нашу комнату. Так, это заберемся. Прикроватная тумбочка, Павел. Вот ой, шкатулочка. И точно музыкальная шкатулка. That's a nice какая melody. Приятная мелодия. Так, это понятно. Бэби-фон. Это типа рации, да. Бэби. Как она правильно называется, не знаю. Ну что-то типа этого, бэби-фона там всевозможных. Тедди, ты куда пошел? Тедди. Подожди, подожди. Подожди. Подожди нас. Ой. Он пошел к железной дороге. Что это такое? Это книга. Книга? На засушливом холме стоят 5 животных, страдающие от жажды. Ужас. Как же хочется пить, пропели они и начали копать. Если мы не найдем воду в этом колодце, распрощаемся с друг другом навсегда. Страшилки какие, Павел. Да, какая-то странная детская сказка. Ни при чем, да. 2-летний ребенок читать не может, если только мама. Давайте подойдем, посмотрим. Does it run? How do you start it? Он работает? Как его запустить? Это железная дорога. Вот как round, работает. Круг за кругом, round. Круг за кругом. Hey, слушай, посади меня к себе на спину. Я хочу тебе кое-что показать. Ну давай, прыгай. Нам нужно какое-нибудь темное место. Мистер Кис, да. Это что такое? Я не знаю. Насчет твоего шкафа? Шкафа.
Какие-то странные игры у этого мишки. Да, прикольненько. Давайте отодвинем этот пуфик-туфик. Давай, давай. Вот так вот, Павел, давай я буду перемещать. Ну давай, давай, давай. Двигай. Двигаю. Мистер Кис, помогай давай. Да, помогаю. Откроем шкафчик. Откроем дверку шкафа. И что? Да, игра начинается в темноте. Нужно, чтобы было темнее. Закрой до конца дверь. Да. Здрасте, мордасти. Вот это да. Чудесно. То, что нужно. Да. Ой. А кому это нужно? Надеюсь, тут нет чудовищ. Как всегда. Вот это да. Это... Да. Если кто-то говорит, что нет чудовищ... Тебе станет страшно. Просто обними меня покрепче. Возможно, тебе станет полегче. Мистер Кис, давай обнимем Мишку. Давай. Мне уже стало страшно. О, вот так вот. Отлично, мистер Кис. Ой. А что случилось со шкафом? Он как-то увеличился вглубь? Ага. Вот это да. Смотри, мистер Кис, какие-то... Ой. Грязь какая-то. На полу какая-то грязь. Висят какие-то черные плащи. Ужас. Ой, а почему их так много? Рваные обои, ой. Ой-ой-ой. Сомневаюсь, что нам следует тут находиться. Мы должны быть осторожными. Мне это не нравится. Мне тоже. Мистер Кис, да. Мне тоже это не нравится. И мне не нравится, страсти Павел. Страсти какие. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А это только начало игры. Ага. Ой. Я боюсь, Павел. Рваные обои. Не надо, Павел, туда ходить. Какие-то колодки валяются. Давайте вернемся. Павел. Мне страшно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты это слышала? Слышал, слышал. Что это? Это что за дверь? Это монстры. Кажется, что-то приближается. О, вот ты где. Это мама. Что делаешь в шкафу? Играешь со своим новым другом? Ага. Hello, привет, медвежонок, приятно познакомиться. Nice. Как поживаешь? Мне нужно прятаться от мамочки. Мама, мы играли в медвежонок. Тебе понравился твой день рождения, милая. Мамочка бы расстроилась, если бы ты это не сделала. А теперь про кроватку. Кроватку? Уже спать? Что мама говорила? Если ты сейчас заснешь, завтра сможешь проснуться пораньше и будешь играть со своим новым другом. Ха-ха-ха. Уже спать. Мальчики и девочки во всем мире уже спят. Ждут только тебя. Да. И их не нужно задерживать. Итак, мистер Кит подходит к концу наш обзор. Сладких снов. Уже? Малышка засыпает. Смотри, мистер Кис, да. Малышка просыпается. Вау. Глазки слегка приоткрываются. Ее что-то разбудило. Мишку Тедди рядом с собой. И... И что? И снова открывает глазки и видит, что в соседней комнате... Горит свет. Горит свет. Ой. Ой, ой. Смотри, какая-то сила тянет Мишку. Нет, нет, я боюсь. Я боюсь. К двери, где горит свет. Мяу! К той комнате. Что это? Смотри, Мишка пропал. Мой Мишка Тедди! Нет, нет, нет! Не пойму, кроватка движется. Да, да. Нас кто-то тянет, что-то затягивает. Ой, кроватка падает. Вау. Свет. Ого-го-го. Кто-то потушил. Павел, мне страшно. Ну что, ребята, давайте закончим на сегодня обзор уже? Игры Among the Sleep. Давайте. Продолжение будет в следующем видео. Да-да-да. Мистер Кис, да. Давай попрощаемся. Ребятам всем с пока. Ребята, ставьте всем лайки. Пока, до скорых встреч. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Айка ТВ. Если вам понравилась эта игра, лакушки. Поставьте лайк. И напишите в комментариях, снимать ли нам продолжение или нет. Понравилось ли вам начало этой игры.
Всем пока. Пока-пока, ребята. Увидимся. В следующем видео.